Привет всем! Сегодня будем делать купаты подкопченные. Нам понадобится щепа замоченная. Я с утра замочил. Вот. И сейчас уже вечер. Можно уже и пользоваться. Вот так вот посыпаем щепкой на дно. И ставим купаты. Ну, у меня в данный момент колбаски. Это можно и купаты, и колбаски использовать. И вот начинаем приготовление. Предварительно я решетку смазал подсолнечным маслом, чтобы не так сильно прикипало, пригорало к решетке. Вот дымок идет хороший, вот он сейчас подкоптит наши колбаски. Я, в принципе, не люблю готовить на мангале колбаски, но меня попросили, если заморачиваться, так заморачиваться, сделать так сделать по-человечески. Ребят, колбаски купаты — это вещь такая специфическая для мангала. Надо периодически переворачивать в зависимости от жара. Жар у меня сейчас высокий, в принципе. Вот у нас дымок закончился, значит, щепа наша прогорела. Добавляем еще. Вот, прошло где-то пару минут. Смотрите, дымок уже окуривает нашу колбаску. Тем временем мы ее не забываем переворачивать. Пришло время еще добавить щепы. Если воспламеняется, то и сразу приподнимайте колбаски, чтобы не начало гореть. Здесь огонь — это очень страшная вещь для колбасок, для наших. Вот как они у нас начали подрумяниваться аппетитно. В собственном соку они внутри варятся, сверху окуриваются нашей щепой. Я использую ольховую. Смотрите, ребята, какая красотища. Сок, капающий в угли, создает такой запах обалденный. Ребят, наши колбаски готовы. Смотрите, что получилось. Какая красотища. Пойдем ее сервировать на блюдо. Ребят, вот такая красотища получилась. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.